Повернитесь направо. Лицом к стене. Вы просите убежище в Великобритании. Для начала пара вопросов. Вас когда-нибудь арестовывали или обвиняли в преступлении в какой-либо стране? Повтори вопрос, Уэнди. Кажется, он не расслышал. Вы думаете, я террорист? И поэтому... Это стандартная процедура. Вы каким-либо образом связаны с террористами? Когда пытаешься пересечь границу, помочь могут только очень опасные люди. Мне вас рекомендовали. Куда хочешь попасть? Предатель, террорист, беженец. Хочешь что-то получить, будь готов что-то отдать. Ты как раз вовремя. Я помогаю людям. Сколько стоит помощь? Как его зовут? Я один раз его разозлил, больше не хочу. Это в ваших интересах? Я не помню. Мы оба знаем, что он врет. Зачем давать ему надежду? Родные в Эритрее есть? Только мать. Я ей не нужен. Почему вы так думаете? Она от меня отказалась. Знаете дату въезда в страну? Нет. Можете предъявить паспорт? Нет. Как вы пересекли границу? Сколько человек в кузове? Двое. Вы не объяснили, откуда взялся нож? На колени! Не двигаться! Он отправится домой. Советую тебе сделать то же. Лена Хиди. Ивана Джеремайя. И Иэн Гленн. Я хочу жить в Англии. Ты Англии не нужен. Я никому не нужен. Потоп.